Добрый день! Сегодня мы сделаем комплекс для голеностопного сустава в положении стоя. Обязательно походим с вами, поразрабатываем стопу. Но помните, вот этот комплекс, он предназначен уже для позднего восстановления, когда разрешили на ногу вставать, когда будем уже укреплять сустав окончательно для полного выздоровления. Давайте попробуем. Начнем мы с вами с обычной ходьбы. Давайте попробуем, посмотрим, как мы с вами ходим. Обычная походка, как мы идем по улице, ничего не стараемся менять. Просто идем. Помним, руки обязательно должны болтаться. Очень часто после того, как была в руке палочка, либо были костыли, руки совсем могут не болтаться, если были костыли. Если палочка была, может быть, одна рука болтается. Ловим себя на мысли, смотрим на руки и стараемся идем. Правая рука, левая нога, как солдат марширует, обычным шагом. Можете посмотреть на улице на людей, как они идут, как болтают руками. Усложняем задачу. Носочки в сторону. Идем. Полминутки. Дома можно делать подольше. Можно это делать все в кроссовках, можно босиком, как вам удобнее. Чем шире, тем лучше. Носочки внутрь. Если тяжело, делайте передышки. Ребром. Наружной стороной. Идем ребром. И внутренней стороной. Стараемся идем внутренней стороной. Хорошо. Аккуратно. На пяточках, носочки на себя. Помните, через боль не делаем. Если тяжело, то делаем у опоры. Вот так вот давайте. Если хорошо получается, пробуем идти на носочках. Если тяжело, делаем как бы при вставании такой выпад. И на носочек приподнимаемся. Прямо. Раз, два. Раз. У кого хорошо получается, идет полностью на носочки. Кому тяжело, продолжаем привставать. Как бы поддавливая на носок. Хорошо. Повернулись бочком и идем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Еще. Раз, два. Бочком идем. Раз, два. Одним в одну сторону, не разворачиваясь, другим в другую. Идем. Идем. Еще. И вернемся. И еще в одну. Вот так, посерединке. Немножко подоптали. На месте.
Топаем, 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 топаем. Если ноги устают, если больно, делайте передышки. Через боль старайтесь не делать. Ну и сделаем такое небольшое резюме. Ножки широко идут. Внутри походили. То есть носочки в стороны, носочки внутрь. Ребром походили. Внутренней стороной мы походили. На пяточках походили, на носочках постарались, если тяжело, то с перекатом, как бы поддавливая. И бочком в одну, в другую сторону. Хорошо. Немножко встряхнулись мы. Можете посидеть, можете сделать паузу. А мы дальше продолжим заниматься со стульчиком. Взяли, поставили перед собой стул. И перекат на носок, на пятку. На носок, на пятку. На носок, на пятку. Еще раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Можно каждое упражнение делать по 10 раз. Ноги широко и перекат в сторону, в одну, в другую, в одну, в другую. Перекатываемся. Приподнимаем сторону, так скажем, внутреннюю и наружную. Поднимая внутреннюю и наружную сторону. Хорошо. Плавно, потихоньку работаем. 10 раз пятки поднимаем вверх, таз ровно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Носочек на себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Хорошо. Желательно использовать опору. Стульчик мы повернули. И работаем ножку. Одну забросим. Другую поддавливаем. Забросим. Одну. Другую. Стараемся носок на себя и поддавливать. Используйте опору. В данном случае у меня стенка и спинка стула. Еще раз. Два. Три. Четыре. И еще один. Пять. Передохнуть. Хорошо. Стульчик мы с вами повернули снова. Дальше нам понадобится вот такой вот кирпичик. Можно использовать просто большую книжку. Положили ее. Очень аккуратно встали носочками. И 10 раз пятка в пол. Раз, вверх, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Передохнули. Немножко встряхнулись. Поставили пяточки и работаем носки на себя. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передохнули. Потоптали. Поставили только правую ногу, а левый носочек помогает пятке правой вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Передохнули и поставили левую ногу и работаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Расслабились. Уберем вот эту нашу книжечку, уберем кирпичик.
спортивных магазинах есть вот такая балансировочная платформа. Она стоит совсем недорого. Вот такая была приобретена рублей за 700. Не помню точную цифру. Но смысл тот же. Можно это делать сидя в начальных периодах, но мы сделаем стоя. В кроссовках лучше. И работаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Лучше начинать с опоры. Раз, два в стороны. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И приседаем. Раз, таз назад. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Передохнули. Убрали. Немножко передохнули. Приседать можно и без платформы. Мы сделаем с вами несколько способов. Для этого я повернусь к вам полубоком. Первое. Ноги на ширине плеч. Колени ни в коем случае не должны уходить вперед. Таз назад, колени не уходят за носки. Раз. До 90 градусов. Выдох. Вниз вдох. Вверх выдох. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ноги узко. И приседаем. Сделаем пять разочков. Узко. Раз, два, три, вверх-выдох, четыре, пять. И ноги сделаем широко, приседаем широко. Раз, два, три. Четыре, пять. Расслабились. И чтобы нам расслабиться, сделать небольшой массажик, связки расслабились, мы используем палочку. Положим ее вниз. Если у вас есть шведская стенка, можете сделать на ней. И прям стоя хорошенько покатали ногу. Одну. Поменяем другую. Хорошо. Походим по палочке. Ходим только пальчиками. В одну сторону и в другую. Подушечками, то есть уже посложнее, уже подушечки, уже не пальцы, ближе к стопе. Аккуратно на носочек и ходим, пяточка давит пяткой. Если тяжело, вначале можно поделать это все сидя. И самое тяжелое, самое сложное, это наступить на палочку. Можно с опорой. Попробуем потихоньку. Идем посередине. Очень больно даже без травмы. Но будьте аккуратны. Очень, очень аккуратны.
Особенно у кого пластины стоят. Вот особое внимание на это. Передохнули. Палочку убрали. А давайте мы ее еще вот так повернем. Повернули палку. И поддавим стопу. Поддавливаем. Крестиком раз, два, раз, два, раз, два. И поменяем. Раз, два, раз, два, раз, два. Поддавим. Хорошо. Вот теперь палочку можно убрать. И будем растягивать икроножные мышцы как можно сильнее, но не через дикую боль. Правую пятку в пол. Колено левое вперед, не отрывая правой пятки. Тянем. Подержали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Меняем ногу. Левую пятку в пол, колено правое вперед, не отрывая пятки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И аккуратно обе пяточки туда поддавливаем, поддавливаем. Немножко ноги встряхнули. На сегодня нам достаточно. Большое спасибо за внимание. Оставляйте комментарии. Очень жестокий, очень сильный комплекс. Поэтому будьте особо внимательны. Он больше подходит уже для таких пьяных спортсменов. Всего хорошего. До свидания.